В понедельник, 21 сентября, в Даугавпилсе стартовала Европейская неделя здоровья. В нашем городе она проходит второй раз при поддержке Ассоциации народного спорта Латвии. В этом году программа разнообразна и насыщена множеством мероприятий для детей и взрослых, спортсменов и любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Они будут проходить как в помещениях, так и на открытых площадках. Детская и юношеская спортшкола приглашает на дни открытых дверей с возможностью посетить тренировки по 11 спортивным дисциплинам, поучаствовать в них и записаться в кружки и секции. В рамках недели пройдет серия соревнований, в числе которых воскресный чемпионат Латвии по дуатлону на новой трассе в Стропах. Также хотелось бы всех пригласить на скандинавскую ходьбу в воскресенье в 11 часов у спортивного комплекса Даугавпилсского университета на Кандавас улице 1. И, конечно же, еще в субботу в Олимпийском центре у нас также большой турнир по греко-римской борьбе. Кульминацией недели здоровья станет старейший в Латвии 50-й забег Даугавпилс Межцемс. Посвященный связи истории и современности, юбилейный пробег стартует на центральной площади города в субботу, 26 сентября, в 12:30. Зарегистрироваться можно будет в день проведения соревнований, начиная с 10 часов в Центре латышской культуры. Для детей организован забег в 1 километр вокруг парка Дубровина. Участникам народного забега предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров. Она пройдет по улицам Парадес и Даугавас через Михайловские ворота вокруг арт-центра Марка Ротко. В маршрут следования бегунов Даугавпилсская крепость, как историческая жемчужина города, включена впервые, что подчеркивает тему недели здоровья. Участникам взрослого забега элиты предлагается дистанция в 10 километров, один полный круг по улицам и вокруг крепости, и 18 километров, три полных круга вокруг крепости. Обратный путь проследует через пешеходный тоннель по променаду вдоль дамбы до парка Дубровина, по улице Ригас и финиширует забег возле здания пожарно-спасательной службы. Организаторы юбилейного забега, Управление спорта и молодежный департамент Даугавпилсской городской думы, сделали так, что даже экипировка бегунов будет соответствовать исторической дате. От футболок со старым логотипом до медалей. Мы решили создать медали, особенные медали именно под этот забег. Они исторически подходят такому же логотипу, который был 50 лет назад на первом забеге. И очень-очень красивые медальки, я думаю, людям понравятся. И также, конечно, у нас есть номера исторические, с которыми стартовали еще более чем 40 лет назад, поэтому как бы хотелось бы тоже это подчеркнуть, и я думаю, что участникам понравится, потому что нигде больше в Латвии таких номеров, скорее всего, уже нету. В забеге смогут участвовать и команды в составе 4 человек. Для участников, особенно для победителей и призеров юбилейного забега, организаторы приготовили множество подарков. Подробная программа «Недели здоровья» размещена на сайтах городской думы и управления спорта. На домашней интернет-страничке управления спорта забегу отведен специальный раздел «Даугавпилс Межцемс». Здесь можно ознакомиться с правилами участия, схемами маршрутов, формой индивидуальных и командных заявок. Анкету можно заполнить и отправить по электронной почте. Заявки на участие в забеге управление спорта принимает до 25 сентября включительно.